На космодроме Байконур продолжается активная подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-21А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс-МС-17» по программе Международной космической станции. Напомним, в рамках соглашения, подписанного на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, на грузовой корабль нанесли традиционный чувашский узор – желто-красную восьмиконечную звезду. Надпись «Чуваша» и портрет дважды героя Советского Союза – летчика-космонавта, уроженца республики Андрияна Николаева. Свидетелем старта станет делегация из Чувашии, в том числе и съемочная группа программы «Республика». Прямая трансляция в нашем эфире и на сайте ntrk21.ru. Пуск ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблем запланирован в ночь на 30 июня с гагаринского старта космодрома Байконур. Он доставит экипажу Международной космической станции топливо, питьевую воду, кислород в баллонах, а также различные оборудования и материалы. Сегодня во второй половине дня прошли генеральные испытания ракеты, вплоть до имитации старта, полета и отделения корабля на целевой орбите.